человек стоит. Где мифик? Шкаф ставь. Пока ушел. Короче, я тоже пошел АФК, нахуй, как все досумоните, блядь, я подойду, начнем трэш чистить. Ставьте шкаф, давайте смотрим. Сколько в ТТГ-10 баджиков за босса дают? Ни одного. Как на АФК. А какой из порталов тут? В 25-ке? РС. Ни одного. Первый вообще, сбос, вообще с ТТГ не падают баджики. Почему там падают какие-то... Три штуки падают. А, ты про эти, про значки рекомендательные? Да, от Алгорода. Да, по три с босса. Так мало, блин. Десятки тоже по три? Да, вроде бы. Я-то думал про печеньки, которые типа шмотку апают. Не-не-не, это еще. Лока нету. Лок ушел на 10 минут дитё кормить. Через камень просто вот там, нет? Пошлите так за сумоним. Ушли двое же. О, сум плюс в чат. Ну, конечно, наверх-то зачем забираться? Рома, сплась давай. Вот и будешь там стоять с порталом. Мы не тыкнем. Лёха, тыкни. Всем привет. Здорово. Здорово. А есть слот в РС-ку? А ты кто? Есть. Авилани. Есть, есть. Конечно, есть. Плюсуй в чат. Тут крашит. Кто-то не улетел. Не, я в АВК пойду, так если мы пойдем оно бобить и убивать, блядь, не так, что нахуй. Придем, разойдемся. Так, жалоб. В прошлый раз-то убили. Ну да. В прошлый раз убили, оно бы? Да. Ревиз фанит жестко. Ребиз. О, он же легкий. Без меня убили. Со второго трая, правда? Ну, тем более легкий. Присунул. Дракон пролетел сейчас. Полфаста накажет.
Был фест, нифиг, блядь, дело есть. 7 минут, что ли, ты это? А, сори, блядь, мне когда? Я только сейчас это понял. Опять кашу ушел варить. Войд. Тут Войд, тут... На пресс, ты... Ну, на готовность бить трэш, я люблю нас. Ты потом сейчас после рейда... После рейда не убегай, пожалуйста, там с Кариной покумекай, она тебя второй день ловит. А сколько танков тут надо? Мне в танке или в код? Ты кто? Шатастик. А, Шатастик, да, в танке. Пока спектность. Я не был. Ну, она сейчас там в рейде тоже. Ну хотя сейчас, подожди, сейчас я скажу ей, секунду. Сначала череп, потом крестик. Этот, они, она в рейде сейчас, давай после рейда. Вариант будет. Что за Карина? Жена. А? Жена моя. А чё на Войда-то ловит? Ну так они тоже вместе играли в одной гильдии года три. А потом... Потом она женилась. Потом Войд съебал на Сиру скончено. Если Сира скончена, что же ты тут тоже делаешь-то? Потому что X1 открылся недавно, поэтому я тут. Кто открылся? Ну, где мы играли, закрылся сервер. X1 на циркуле имеешь в виду? Да, X1. Почему закрылся? У тебя же нормально с ним было, нет? Нет, его закрыли. Нет, я по не тому, типа, что закрыли его, и о том, что там уже вроде все нормально было по онлайну. Или мне кажется, это кажется. Да не, ну онлайн там падал с каждым днем, но как бы все равно рейды какие-то, даже пугах собирались, РСки, ХМки те же. Но не знаю, почему принялось решение, что его закрывают, и в итоге закрыли. Ну закрыли его в прошлом году. В прошлом. Ну там же до сих пор есть другой X1. БКшный? Ну, как он, блядь? Ну он ЛКшный, у него онлайн больше. Онлайн больше, чем на X5, на X100. Да, на улице, хуйня. Ребафните каску кончилась. Каску. Череп сначала. Касты, по-моему, сало какой-нибудь можно дать. Стан. Чего это? Трэш добьем, разбафаем, короче. Надо определить, а кто в танке останется. Кто туда дать. Дня как с набором ги, в каком плане? Типа спам любили я в чате? Ну типа если я кого-то буду набирать, я явно не буду в чате спамить. Надо набирать из знакомых челов. Ну, на примете, да, есть пару челиков. Кстати, зомовские со второго статика.
Вот, пару челиков есть. Ну, я к чему клоню? Просто, ну, я не вижу смысла волчать и спамить, потому что, ну, ты наберешь просто отрепье ебаное, которое учить надо будет заново. Ну так все, да. Ты набираешь челиков, ты же учишь их. Учишь, значит, отребье. Здесь но убивали? Это... Я хуею, блядь. Ну, вон пачка от трех человек. Ну, а теперь каждому человеку, которого набираем с ОФГ, можно прямо в лесу говорить. Вот ты отребье, ты знаешь это. Ну, да, иди новую роль. Иди новую роль. Вы не матрируете, вы поняли, что я имел в виду, я никого там задел. Ну, не согласен. Лично я не понял. Я обиделся. Ну все, тогда иди. Че, охерел? Мне кажется, можно людей в Дискорд звать, и просто, чтобы они там заполняли. Я пару челов тебе вот это все приведу. Пару челов. Пару жомиков, да? Пару жомиков. Мне сегодня жомик писал, что я фрик. Я ему сказал, иди. Я сказал, иди дальше кури со своим мнением, блядь. Это у них любимая фраза, фрик. Я вообще, блядь. Я говорю, чел, зачем? Ну, либо мне пишут, или какую-то хуйню написал. Зачем ты мне вообще пишешь, блядь? Просто для чего вообще? Ну, нахуя это нужно? Чтоб сказать, что ты фрик. Нужно было ответить, я не фрик, я бигмаг. Придурок, блядь. Там есть специально зайти в гильдию, чтобы человеку сказать, что он фрик. Угу. Куда вы побежали? Дракона бить? Нет, сначала болтара бомбить. Сейчас у нас всех вайпнемся, блядь, на болтаре. Придется рейд распустить. Надо это у нас. Медведь спекайся, ушастик, ты уже спекнулся, да? Кто там рарник? Я в медведе. Я вижу. Но три танка есть. Все нормально. А кто третий? Ушастик, рарник и Лингрен. А, Лингрен. Лингрен. Я третий. Поставить. Давай. Ты последнюю копию забираешь, да? Да, да, я. Готовность. Че лагает, пиздец? Лагает. Хуёво, когда лагает. Нету у нас мифика, так что слети сам. Я пришел, все тут. Снимите, пожалуйста, меточки. У тебя рамки этого времени нарушены. 7 минут. Это не 15. Да, это я ничего себе, это 7 минут, еще даже у меня полсекунды оставалось. Он таймер врубил. Ага, то вы меня хотели надурить. Все, я пуляю, короче. А, я не пуляю, я же в ДД, блядь. Идите сами пуляйте, все, залез. Сейчас бах упал. Извините, на портал. Да, я просто уже все. И куда его тащить? Туда, к вам? Вот сюда, вниз в круг. Смотри, вот сюда приведешь, вот сюда, вот тут вот его поставишь. Ну и, соответственно, потом тебя там откинет, и ты его по кругу просто ведешь. Главное, когда он вырастает, ты от него отходишь. Чтоб тебя не шотнуло. Все, давай. Либо пошмаешься. Да. Когда запись будем включать. И ты его вот когда агришь, ты должен сидеть на коне и прибежать сюда на коне и стать в крестик, чтобы не вести его вот так вот, как ты сейчас его ведешь. Ой, блядь, чувствую, весело сейчас будет. Все, остальные эти танцы. И в рейд его не поворачивает, ты его должен от рейда вернуть. Он сейчас сразу просто шотнет за половину миличных. Все, и ведешь его по кругу, чтобы рейд стоял в центре, а ты шел по кругу. Видишь, он одного РТДшника уже убил, второго, блядь. Третьего. У меня таунт на КД, что мы с ним делаем? Это агро. А, это агро? У нас на пула нету, да? Я понял. Хуёво, чё. Убьём пока. Сейчас будет взрыв, сейчас тебя откинет. Откинет, и, соответственно, он пойдет на тебя. Вот сейчас отходи от него, чтобы тебя маленечко не убило. Ну и все схема понятна. Маленечко не убило, отходи. Короче, ну, второго ну, забирайте, кто Лингрен там забрал второго. А уже упал. Короче, понятно, блядь, у нас надо... У меня такое ощущение, что... Ладно, потом. Пока вроде босс не хилится, нормально. Добьем так. Войд, в центр уйди. Ну, блядь. Эпично, хули палец, сколько можно бегать под боссом. Давай там в центре, стой, хиль. Заканчивай 2-3-4.
Да не надо. Что-то рановато дал сафру на самом деле, потому что мы не успеваем. Ну сейчас давай там полипал сафру, бабу. Ага, вот все. Забирайте копию, сейчас убьет, блядь. Забирайте копию вторую. Кто там у нас? Ленинград, ходит. Рарник. Этот. Что, рарник, да? Правильно, рарник. Мардан, как под лицом бегать? Ну, вот так меня откинуло туда. Ну, как дела, Мардаун? Все нормально? Пойдет, пойдет. Да, да, отлично, хорошо держу. Похоже, нет? Пойдет? Нет, тебе нужно больше этой пафоса. Больше пафоса, да? Да, больше пафоса. Тебе надо с чувством это, пиздетком потренироваться, знаешь. Увой, да уроки возьмешь. Ротацию надо учить на манекене, а вот так вот разваливать перед зеркалом. Тоже. По факту чисто. Ну репетировать же ж надо как-то. Чё лежите? Стали, забежали и все тут. Бежать, блядь, на маунта сели сразу и бежите к боссу. Давайте, до 10 считаю, короче, про себя. И пуляем босса уже. Победа. Ага. А мифик-то чё, ты особенный, что ли? Или чё там? Наркобарон? Рот занят. Рот занят, я понял. Ну все, давай пуляем. Если быстро кому-то на другой персонаж запрыгнул, ладно. Мне надо срочно кое-что сделать. Да, конечно. И буквально пару минут. Я тоже пойду супу поем. А блин. Короче, Халиона убьем, вас позовем. Короче, друид, у тебя проблема, да, с агро, я понимаю. Мастерства не хватает. Надо на мастерство дубинку. Давайте там ханты работайте. Ханты. Усмиряющий выстрел в него. Ханты. Нету, да, ни одного ханта у нас, да, все ревнули, да? Хуёво, че. И рогов, да, нету ни одного. ГП хантам дам, блядь. Антов не обнял. На хильте тогда. Сэвэн, давайте. Ну, блядь, ну не беги ты ко мне, я, видишь, стою, отошел специально далеко. Вот он от вас бежит, а вы, блядь, сука, на него бежите. Кто там, видел я? Mad Dark, Invisible, там еще вот тот из вас там, короче. Человек от вас убегает, блядь, нахуй вы на него бежите, блядь. За ним прям. Нет, я не думал, что на нем, не видел. Здесь какая-то. Кто-нибудь из танков танчил генерала? Нет. Но короче, я могу потанчить. Смотри, Лёха танчит. Я, да ты... я потанчу, короче. Я уже спекаюсь. А ты уже спекаешь? Да. И босс, наверное, даже потанчу. Во тьме, да? Ага. Рарник может сразу расслабиться, да? Не, я вообще не буду играть. Не лаги. Распределитесь. Я бесполезен сейчас. Маги там смотрите с агро сами, нахуй сорвете, умрете, это чисто сами виноват. А рот ты специально войд выделил?
Это слово недели. World Flex, скажи спасибо, что ты жив. Правда, ненадолго. Скажи спасибо великому за то, что ты жив. У нас на пол нет одного, вот это хуёво на самом деле, кстати, одного на пол. World Flex, стоп, не сейчас сдохнешь. Да не, не сдохнешь. Я поймаю, наверное. Наверное. Он сильный воин, блядь. Ой, что я начал там делать? Я ключик уже поебал. Шава еще ничего не нажал. Через центр не бегите. Что за боссы такие? Конец с них. Назойливая мошкара. Вы опоздали. Сейчас 5 секунд релок и сделаю. Это у нас кто где будет-то? А, ну все, у нас нормально, да? Там мифик у нас пока ушел, понятно. Короче. Третья, четвертая святой останется, первая, вторая во тьме. Блин, сюда за наставничка. Сибирь, сюда за наставничка. Шастик спекать, наверное. Или что, давай? Не, ну шастик спекался в ДД. В ДД, вот так. Провист в ком, в коте, да? Пробираю в ДД. Сами в пути, сами, да? Ну, так пойдет, ребят. А, не, не, так, бля. Давай. Рависта, рависта сюда. Чё ты, зайдёшь, нет? Рыба стоит возле уши, тастик. Сейчас, сейчас я, вот, блядь, фу. Ну, так. Рависта сюда, рависта сюда. Его, короче, надо вот эта лента... Ой, спрыгнуться. Да не, нормально, так, все в сове будет. Ну, у нас мордаун-то нет, у нас всего 3 хила. Я быстро пойду, потому что у меня проблема с лаунчером. Да. Ага. Рамик, разбов и кулаки. Лаунчер и проблема. Что делать-то? Ну, если нет мордаун, то можно, правда, Сабиру будет у меня в котом. А у Сабира есть Рардо, да? Да. А чё ты молчишь? Спекаешь. Да ты в сове оставайся, зачем? Ну, будь в сове просто, и всё. Кота. Мифик, ты чё, где? Сейчас, подождите, пацаны. Вот когда нагрузится, я стараюсь лишнего не делать. Сука, у тебя такой проблемный вообще, пиздец. У тебя вешаешь что-то там. А чё там за квест горит? Квест. Ну да, есть квест такой. Ну, это там на баджике. Мордаун, что там? Блять, у меня просто игра зависла к херам и не хочет ничего делать. Лучше перезагрузи компьютер. Вот я вот так сделал и... Сейчас я... А, блядь. Можно сбегать квест? Нет. Попробуй. Вот я уже в инсту прогрузился, в жизни отвел. Войт уже лут делит, блядь, с ВК. А что за утешение, кстати? Философский тренька. Так, дайте, пожалуйста, баф мне какой-нибудь.
Такой пойдет? Да, да. Вот, посмотри-ка, у тебя открывается видео, я скинул ссылку в Дискорде всем, ну, в канал Флудилка, это ты и самогон там. Морда, он. А, походу. Там и Сабира что-то. Сабира, дом включить, она написала, что АФК дом включит. Это она? Это она? Ну или вот, я не знаю, я сужу по нику. Сабира, она, я считаю, как она. Сабира, ну. Ну, он, ну не будешь считать Сабир. Хотя, может. Ну, есть Сабир. О, будешь Сабир. Ну, в мобле Сабир есть. Мордаунт. Или саб. Чё там? Клиент. Чё, Лёха, свет, ты чму? Короче, пойдём так. Если не сдохнете, короче, так вы хилите. Давай, будет в соло хилит здесь. Святого диспелит тоже. Святого бидон диспелишь во тьме. Хилите втроем Сибири. Зайдите за черту. Сабира, Мэдхок, Сабидон, хилите, короче, во тьме. Сам пульнешь, да, его. Все. Подожди, еще не зашли. Бидон, Сабира. В этом, смотрите, на пула нет. Я сейчас дам отсчет, короче, на 5-й секунде пуляю, остальные все просто в круг зайдите, никто не бьет его, пока 10-я циферка кончится. Ноль не будет. Первая, вторая группа остаются, да? Первая, вторая группа во тьму заходит. Третья, четвертая в свету. Ну, во тьму заходят все, третья, четвертая выходит, да. Первая, вторая остается, все верно. Все, вроде все готовы. Да я бы подтаунтил с той стороны. Не пуляете, да? Да, нахуй, как бы сложно, пиздец. Ага, вот так поставь, пойдет более-менее. Перебежали. А, метеор, перебежали на ту сторону. Не попадите в метеор. Пойми, конечно, по-моему, он кривовато стоит. Ну ладно. Давай, чё, Равис, давай БР, короче, по Эе. Girl Flex, стопни. Там это, маги, смотрите нахуй. Ну, вы долбоёбы, что ли, падайте нахуй, пизду. Падаем. Что вы за туп... Вот, блядь. Ну просто поймите одну хуйню, блядь, ну... У нас нет напула, блядь. Ну в чем, сука, проблема, блядь, остановить? То есть у нас нету трех человек. Мы все равно будем бить чуть-чуть подольше этого босса. Блядь, тормозите нахуй свои бурсты, блядь. В чем, сука? Ну просто подожди ты 3 секунды, нахуй. Нажми иллюзии, блядь. Нажми инвиз, нахуй, я не знаю. Чего-нибудь, блядь, просто. Ну чтобы не сдохнуть. Ты понимаешь, что на себя переагрил, нахуй, в момент дыхания. Он просто дыхнул в рейд, блядь, нахуй. Пол рейда сдохло, блядь. Шакал. А что, добавочные не будет фразы? Бичи, блядь. Бичи ебаные идут. Ребят, не бейте буквально, блядь, 5-7 секунд. Girl Flex, как дела? Да, блядь, это не я его сорвал в спулу. Да, блядь, бурсты вообще не... Пула в рей сорвал. Ну, у нас у Лингрена, ДД спек есть. Да. Да не надо, у тебя ты без Т4 все равно не наберешь, у тебя там ты не сможешь эти руники спамить. Тебе надо Т4, чтобы руники спамить. Не будет у тебя такого. Чего тебе нахуй, сколько мне так не воняет, как вот сейчас в РК воняет от него пасть. Что? Это что было? Это про меня? Да иди нахуй, это рыбу ешьте. Включено. Это видосик. Рыбу ешьте. Не, ну как дерево. Вообще.
четко. Начинать тебе извиняю вообще полностью. У меня все настройки слетели к фигам. Нет. Сука, я не вижу, когда один то готов, то не готов, кто-то не готов. Сибира. Леха, смотри, Саня даст отчет на 5-й секунде пулишь, остальные на нулевой. Да этого мало, блин. Давай, я попробую спорнуть сам. А что, ты так кикните маркдаун-то там просят? Да не надо, все, все готовы, давайте. Готовность про это. Давай, я пойму его сам. Давай. Попробуй. Сразу не умею, нахуй. О, блядь, нахуй. Ювелирно. Сейчас только смотрите за агро, пожалуйста, тоже. Не обосритесь, блядь. Там маги всякие, нам. Всего вы пошевелите, блядь. А тата будет. Сразу всему рейду. Все, сейчас заберу. Равист, равист, агро, агро. Все, Лингрен забрал, я все вижу. Все, там бьем его. Перебежали на другую сторону. Метеор ШВ нажал, блядь. Бичи ебаные, блядь. Нормально, ДПС мотает. Дайте вордфлексу в сальву. Что там вордфлексу в сальву? Здесь. Да. Сейчас будет скоро метеора, скоро вторая фаза. Что, успеем до метеора? Нет, не успели, перебежали на другую сторону, метеор все равно будет. Не попадите в него. Так, я захожу. Так, все, заходите вовнутрь. Все там под правую, под левую заднюю ногу, да, там где-то так. Так. Сейчас, короче, заметками смотрим. Я, короче, начну крутить его. Блять, какая дура переагрила мне босса, блять. Смотри, сейчас будет луч. Аккуратно, блять. Луч будет кривой, потому что босса пошевелили. Ну где луч-то, блять, Алена? Вот он лучше. У меня ДБМ пиздит, короче, нахуй. Ну, в смысле, он у меня вообще нахуй отключился, его тупо нет, блядь. Угу. Политринг умер, блядь. Так, держу. А нахуя ты под меня? Так, подъебало, подъебало. Кто там подъебало? Мифик, блядь, кто там? Сибири, а нахуй вы подъебалом стоите? Я не под лицом. Почти под лицом. Сейчас будет луч. Луч сейчас будет. 3 секунды до луча, смотрите, внимательно. Луч пошел. Опа, друида чуть не зарезала, блядь, метку выносите. Опа. Опа, блядь. Да, потом будет жопа. Там давай, наверное, это. Сейчас, короче, свет выйдете. А, Керус, Керус, выйдешь свет, риснешь рависта и вернешься обратно. Вот, сейчас надо выходить. Все под жопой выходим, там портал. Сейчас тут будет спереди дыхание. Сейчас лезвие еще будет, смотрите аккуратнее. Ну, это стабильная ситуация, нахуй. Ничего страшного. А, Уша, Стик, выходи в свет, берь там Сибирию и возвращайтесь обратно. Керус рависта поднял, ага, все, заебись. А, и у нас еще один... Короче, Керус, ты выходи. А, Бэйр, короче, выходи в свет, Бэйр, Белфеста, и заходите обратно. Сейчас будет луч. Луч сейчас будет, зарежет, блядь, друида. Вон стоит под ебалом, блядь, сука. Блядь. Падайте. Сука. Вы не были тут ни разу, что ли, или чё? Ну... Нахуй вы, блядь, как тараканы, блядь, по всей поляне разбегаетесь, нахуй. Вы можете стоять в одной кучке или нет? Ну вот, в одну кучку зашли, блядь, встали, и вот выходите в одной кучке, блядь, все. Я говорю, сейчас луч будет, нахуй. Вы как стояли посреди поляны, нахуй, просто вот все, нахуй, так. Ну вы посмотрите, если... Так, давай, так, давай. Там рарник, давай, на него метку поставлю, чтобы, блядь, вы хоть как бараны, блядь. Не-не, за... я все, я не могу. Меня лагает. Ты лагаешь, да? Да, пиздец. Вон, на ДК поставил. 5000. Я вообще не дерусь, видишь, там 0 урона. А, ну 3000 надамажил, рарник пойдет что. Одной рукой, блядь.
одну. Нет, это... Какой он сильный, блядь. Еще раз повторю, говорю, но вы просто еще поймите там, как она... Агро у нас на пула нет, на пула нет. И вот вы там на все бабки зашли во тьму, да, я там зашел, там еще не успел там потыкать босса, вы на все бабки сразу в него, на! И мне просто, блядь, взяли, босса из центра увели. Лохи. Просто так. Не, считаю, роги бесполезны. Рыба сзади стоит. Да, и без них справимся просто, блядь. Роги, да, бесполезны, класс. Если бы не на пол, то вообще, наверное, было бы. Ну да, стан, дизарм, блайнд. Не надо. Старм, дизарм, блайнд, это... Это в контроле на леди обычно все. Такое дается. По своим. Ну... Вот, это... ты понял, что ты сказал? Ты что же с умоном играешь? Все верно. Готовность. Зашли за линию. Маги, дайте инту. Инту, маги. Инту, все готовы, да? Пришли чисто. Чисто пацаны за чешками пришли. Отсчет даю. Подождите, стой, не пуляйте, стой. Это ошибочная, стойте. Фокус, ну это один раз тыкни и все. Все, ты готов? Не, сейчас еще. Все, заходи, пошли. Научился до 10 считать. Но. Сейчас заберу. Метеор. Не. Так. Блять, ты зря его так забрал. Надо, надо просто. Почему? Так. Да, мы же не в гере, надо было просто через него пробежать на другую сторону и все. Он сейчас забирает этого. Надо учиться как под Герону. Да, как ты. Мне сейчас не то время, чтобы учиться там делать. Так, там просто с одной стороны стоят люди, с другой стороны стоят люди. Сейчас метеор, хуй пойми, куда упадет. Второй раз он в танк, вот, все, перебежали те, кто, вот, у кого над кем метеор лежит, там, перебежали в другую сторону. Так, сейчас что, появится портал. Я захожу. Сейчас, секунду. Почти зашел. Давайте, все, можете заходить. Ага. Угу. Шатастик, выноси метку. Шатастик, метку. Что-то мне кажется, что я обосрался с лезвием. Назад повернитесь, назад, вот так. Оп, оп, и так пойдет. Вообще все четко, но... Переиграли, блядь. Сабирова, наси метку. Ой, блядь. Белфаст, блядь, ну тормози, нахуй. Алло, ну ты же видишь, блядь, по агро ты первый, блядь. Ну тормози просто, брат, ну пожалуйста. Может тебе чуть-чуть босса еще подтянуть на себя? Нормально он стоит, все, заебись. Сейчас будет лезвие через 5 секунд, смотрите на. Ну вот я буду нахуй, ну пизду. Падаю, нахуй. Невозможно, нахуй. Сейчас подожди, нахуй, я на доказываю, буду пизду, блядь. Бесит это хуйка. Ну вы не можете просто его, блядь, кикнуть с рейда, если он не понимает, что он агро стоп. Да кого с рейда, блядь? Ты сначала сагрил, блядь, маги, теперь, нахуй, был фаст, потом, блядь, этот, нахуй, Керус, блядь, ну, постоянно разные люди.
Они думают, что, блядь, раз дамагов доебали, значит, их не касается эта хуйня. У него просто каждый ледяной шок, да, это набор. Да, тяжело контролировать. Эти долбоебы сет изменили, а шок ледяной не изменили. Это агрант, блядь, обилка. Он просто на 40к дает его, блядь, и столько угрозы вырабатывает, что пиздец. Войд горит вам. Вы чё, суки? Сзади рыба. Ну, либо ветерочком постоянно себе сбивать, либо стопы дамаг. А ветерочек они не тыкают, потому что какой? Это же, блядь, ДПС утеряется. Ну, ты как бы идешь по Оману третьим, четвертым, даешь, блядь, на 40-50к ледяной шок, у тебя сразу на 15к угроза подлетает в Омане, и ты тут же срываешь. Ну, как это можно про это вот? Не бить им? Можно и не бить. Но я не знаю, что я могу еще на варе сделать, чтобы понимать, что у меня нахуй вы просто, я вас просто по КД таунтам снимаю, а вы продолжаете это делать, то есть, ну, вы не останавливаетесь, то есть вы продолжаете хуярить его, блин. Ну, таун 2 секунды, и потом все, он срывается, но я не успеваю за 2 секунды набрать агра. Просто при том, что, ну, я еще бдилку забыл повешать, но это бы не изменило ситуацию сильно. Сманить. А, у тебя КД. А, я же, блядь, не? Точно, нахуй. Обосрался, но жидко обосрался. Я же ходил уже ДКшником на этом КД, блядь. А так бы пошли в ТТГ-ху бы потихоньку, там бы вайпали. Ну, если да. бы не получилось. Там бы еще, там бы еще больше жопа горела. А может и нет, может... Это... Фокус же, да, срывал? Да не фокус, блядь. Я фокус срывал. Белфест, блядь. Белфест это. Плюсани в рейд-чат, пожалуйста. Сам, ну, или одиничка. Фокус за своим агро следит. Да может он не слышит. А, нет, Белфест. Оман прям на середку вытащи. Прям вот перед боссом. Вот прям на босса, короче. Так, на, на середину экрана, да, вытащи его. Просто. Называется ник. Если говорят, не дамажит. Ну все, постой вот просто так. Постой, подрыгайся. Посмотри, где лезвие. Там, шо, куда лучше встать, чтобы тебя не убило. Вот, да. Ну, прыгай. Все, ну не бей там. Ну хотя бы там 3-5 секунд. Ну покурю, я не знаю. Сможешь ты за 5 секунд скурить сигарету или нет. Ну просто ничего не делай. Да пофиг за сколько. Пусть закурит и курит будет. Помню, такие сигареты раньше продавали, лазер. Они вскуривались буквально за 2-3 затяжки. Это есть бонсотка. Ты ее, блядь, 3-4 штуки склепай в двухе. И кури ее. Pray Hero. Херина. Магин тут. Брей херина. Брей дарк. Врей. Врей, все готов. О чем бы я? Все в круг зашли. Морда, а морда он зашел. Стой. Там, да, а, да, у меня грузится почему-то, у меня когда все просто. Ты опять не летел нахуй. Да и отчет был, ложная тревога. Так. Ну почти, блядь. Там еще хилить, если что надо.
Пришлось ключом дать, чтобы не сдохнуть. Он чуть-чуть двинулся, но я думаю, не страшно. Мифик, мифик, сагришь. Да я раскол уже. Забрал. Так, ну я, короче, дам этот хуйон на них. Метеор. Метеор, перебежали. Ага, забрал, да? Все, здесь. Сибириан, Мэтт Фокс. Урон получили. Ну, в Гере это ваншот сразу, это два трупа. ГП. Так, кто нам будет? Давай, наверное, я на Холи Дринк кину бдилку. Я забыл про бдилку прошлый трай. Бдилка, она... Нахуя ты на меня бдилку? Он ну, на ты... Эй... А, во тьме имеешь в виду? Да. Ну давай, давай. Метеор. Перебежали, перебежали на другую сторону. Ага, сейчас я зайду. А-а-а. Заходите. Что, бдилку кинь? А что, она слетела? Что-то не видно ее. Слетает. Ну, кинул, кинул, кинул. Просто дамаж, она помогает Аврон набирать. Сейчас начнем крутиться скоро. Все, давай. Все, можно крутиться маленечко. Смотрите, там кругляшок стоит, за кругляшком бегаете. Главное, не подходите в этот. Сильно близко подъебало, не забегайте. Дарк. Ты сам не загоришь? Тут-тут-тут. Все живые, охуеть, нахуй. Это же жестко, да? Первые лезвия все живые. Так. Сейчас будет второе. Второе лезвие скоро будет. Аккуратненько смотрим. Второе лезвие. Второе лезвие. Не беги под лезвие туда, а? Ты чё? Ага. Нифиг сдох, молодец. Пойдет. Это было агро. Так, выходим. Выходим там с заднего портала. Все, наверное, сейчас будет дыхание через 5 секунд. Угу. Скоро будет лезвие. Дисплейл, водикон. Под лучи не беги. Под лучи не беги. Скоро будет лезвие. Мэтт Фокс, ты попал под лезвие. Я тут в курс. Холи Дринк желтый бежит, да? Синий. Что там у нас? 50%. Давайте Геру там и там. Домашки. Инвизион сам беги. Метеор. Сейчас будет лезвие. Через 3 секунды уже. Смотрите аккуратненько. Лезвие. Беру. Метку выноси. Не беги под ебало. Отбеги, отбеги, отбеги к стене. К стене беги, к стене беги. Все, диспейли пойдет нахуй, ладно. Под ебало не бегай. Ну вообще. Сейчас лезвие будет. За лезвием смотрим. Опа, лезвие. Опа-опа, блин, это, наверное. Ну, что у нас там? Все ровно, да, идет? Сейчас будет опять лезвие, смотрите. 3 секунды до лезвия, примерно. Я хуй знает. Таймер. Сейчас лезвие должно быть. 7% у босса. Теор. Все, блядь. Ну, Белфаст, выноси. Что, убили? Нет, нет же, никакой проблемы, блядь. Ну, Апокалы! И две шеи. Бля, героическую бы. Да, такую я шею. Будет, а, пиздец. А столько нервов? Мега лут. Нормальная шея, зато 40 А чего, это ебай будет?
Рюк, у тебя чисто одни ДК? Мне интересно. Нет. У кого-то же были тут куча престов. Может, у него тоже куча ДК. А, это Хурёк, Хурёк тоже, да, на это время. Тут же был парень какой-то, у него там несколько престов. Знаю. Желание не пошел, да. Да, так мы шкодили. А покалы упали. Да, классика.